Приоткрыть завесу времени и ненадолго стать участниками Великой Отечественной войны удалось членам реконструкторского клуба. Ребята на себе почувствовали тепло советских шинелей и смогли пострелять из легендарного пистолета-пулемета «Шпагина». Это клуб настоящих энтузиастов, они полны идей и новых начинаний. В него входят как бывшие военнослужащие, так и школьники. Молодые ребята здесь проходят полный курс истории с наглядными примерами. В нашем городе, конечно, это движение очень молодое, новое. Нас очень мало. Как бы мы всегда рады, когда к нам приходят новые люди со своими идеями. По крайней мере, мы участвуем практически всегда в парадах Победы.